Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Мистер Натса. Мы прошли уровень там, где мы микро-челики, он на 92 я даже прошел, нихера себе. Пароли, если что, это чтобы пропустить вот эту данную миссию и перейти на следующую. Так, теперь у нас лавовый участок с вами. Игра на самом деле не такая уж длинная, наверное. Вулканические какие-то нижности. На этих картинах... А, не. Прыгнуть можно. Только мне кажется, они опять, да, там восстанавливаются. Если мне ничего, память нет. Нет? Ладно. Да ладно тебе. Ах, мой орешек, тихо. Видите, как здесь сделали? Ты должен орех не просто просрать, а полезно просрать. Вам в уровне это всегда такое, вам, я вам скажу. Нельзя такие уровни недооценивать. О, да. По тупому ворну я ж не прыгала. Это шахтеры. Да. Это шахтеры. Да, врагов всегда много, ну типа по разновидности я смотрю. Сложно. Я не дожимаю прыжок. Да, я не дожимаю прыжок. Да, жаль. Ух! Воспоминания хорошие. А, я думал там... Почему-то я думал, что там можно это пробежать. Тоже не дурно. Глупые. Огненные локации всегда самые сложные. Я только что просрал орех. Я просрал орех. Я забываю, где кнопка прыжок. Так, подожди сразу. Сделаю, чтобы потом проблем никаких не было. Тум-тум-тум. Мне почему-то казалось, что эти улитки постоянно в масках черных. Или оно так и есть? Хм. Никогда не замечал. Ой, я не заметил, что там на корень можно подняться. А вдруг секретка была бы? Ну тут когда вы знаете. Орехи надо экономить. Тупые летучие мыши. Ну тут урон, ну смотрите, никак нельзя было. Хотя... Хотя нормально. Мышь. Ха-ха. Подвох.
Вон оно, почему меня сразу туда не впустили. Так, я не знаю, что там, но туда нужно залезть. Так, я не могу залезть. Так, в принципе, сейф. Монетки, монетки, монетки. Так, пока что все спокойно. Нет. Как они тупые, эти мыши. Да ну, не, ну я не мог бы попасться. Пьем, пьем, пьем. Зато выиграл уровень, ладно. Вулканические опадки 2. Думал, не буду спешить подниматься наверх. Принскрин. Ага. Но оно того стоило, что куда я сейчас иду? Я не понимаю. Спасибо. А, ну за орешками можно сходить, да. Блин, нужно их не забывать использовать, потому что они действительно полезны. Мы просто по игре поднимаемся вверх, если так смотреть на это все. Я не знаю, как я прожил, ну просто мыши глупые. Я понял, нужно, короче, спрятаться. Впервые такого вижу. Поэтому не знаю, что сказать. Так. Что за звук? Ай, блин. Возвращаемся. Давай сначала... Постоянно сюда нужно ходить, аж раздражает. Мне легче тогда уже отсюда идти. Если здесь был проход, а тут что тогда?
А, так и тут проход. Ну ладно. Единственное, что я понял, это нужно быть осторожным. А враги... Бля... Ну ладно. Ни хрена! Ху-ху! Да, это того стоило. А вот это... Да, это вот этот, за вот этого говорил. Шуманать. Пойдик. Ну, типа, огненно думал, что рыцарь, который на которого нельзя прыгать, оказывается, вот которым, на которого нельзя прыгать. С ними разбираться, в принципе, как и со всеми врагами, на которых лучше не прыгать. Кончишка. Ну давай, залезь. Ну ты чё, бельчонок, глупый. У меня жопа горит. Горю, горю, горю. Не помню. Ладно, плевать. Да, Саня, огонек, не догонишь. А, серьезно? То есть на этих тоже нельзя прыгать? Спасибо, что предупредили хотя бы. Сайонара. Привет. Странные звуки. Это мой питомец. Его зовут Джорни. Джорни, стой, а докуда мы с тобой там дошли? Хая. Ладно. Джорни, ты летишь? Ты не Джорни. Уходи. Оп. Вот мой Джорни. Хоп. 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 Что-то ни хера не врубился. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Ау. Туда выше можно. Давайте выше. Нет. Споймал. Блин, есть еще наподобие такой же игры про белку летуна. Типа мы играем за белку ниндзя. Что-то там типа того. Прикиньте, он зацепил меня. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Ладно, давайте поосторожней.
все равно. Все равно. Да ладно, я дошел. Клаус. А вот теперь, ребят, начинается жопа. Но если что, чтобы вы понимали, мы с вами дошли до туда, до куда. Это уровень, на котором у меня в основном были проблемы с прохождением. То, что здесь упасть просто проще простого. Короче, мы с вами залезли на гору, а теперь мы с вами переходим на небеса. Если вы поняли, это был следующий уровень, который там. На самом деле, я не знаю, насколько этот уровень у нас затянется. Так, вдвоем летите, хорошо. Все, то, что мне необходимо было, я получил. Да, зато заметьте, что нам с вами дают довольно много этих. Ну, то, что у нас было с вами, то и осталось. Какого черта? Орехи. Наша цель с вами просто подняться по облакам в самый верх. Поверьте, вы думаете, довольно это просто, да, по облакам прыгать, но это... Хера, тут будет все то, что я ненавижу. Тут просто по вот этим бусинкам прыгаешь, и у тебя уже жопа горит. Еще эти бомбардировщики. Примерно вы поняли. А можно было, чтобы я выжил? Как мне сейв достать и не сдохнуть от сраной птицы? Здесь упасть очень легко, на самом деле, в самый низ. Я понял, как ее забайтить. Смотрите. Хоп, 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 хоп. Так, ладно, живем. Тупые птицы. Зато благодаря птицам можно... А, мы уже на самом верху. Это только первая стадия, ребят, этой локации. Если вы думаете, что это все нихера. Аграум Папас. Или это все? А, да, это все, прикиньте. Теперь босс данной локации.
Это сказка, если что, про бобовое зернышко. Но босс здесь... Вы сами видите. Когда он злится... Ой-ой-ой. Если вы хотите жить, лучше быть в центре. О, вот это! Я так ненавидел. Когда он вот так атакует. Блять, что сделал? Типа, по факту, да, у него хп не очень много. Но здесь главное на выживание мы играем. Ладно, давайте я сюда сдохну, так уж и быть. Чтоб у меня было фух контишки. Ох, огромный едон. F5. Ты чё? А знаете, чем казались вот игры Sega, да, вот почему очень долгие? Вот раньше я как-то не... изначально не смотрел на количество уровней. Смотрите, он, главное, ещё за мной следит. Ну то ладно. Он злится. Здесь, как я понял, тактика довольно простая, просто в угол бежим, да и все. Ай. Да, довольно. О, еще вот это, да, было. Херня, стоп, подожди. В чем прикол? Мы не можем в центр пройти теперь. А он своим языком теперь будет здесь кататься. Но он за это облачко, по идее, не может забраться. Если я не ошибаюсь. А я в основном не ошибаюсь. Он будет сейчас это все вместе скомпоновывать, все атаки. Странно, что он все сразу не сделал. Типа и язык, и рука, и глаза. Ну, жутковато на самом деле вот это для меня было, когда он за глаз херячил. Ну все. Давай, чел, опускайся.
Ну что, ребят, давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.